пути путам атрасурупам рупам тасагаджа. Прежде всего, я предлагаю мой шаштанга для вас, Пушпанджи. Мое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз. Лотосных стоп моего горячо любимого духовного учителя. Асмадия Парварадатама Гурупада Падма Нитилила Правишта Ум Нитилила Правишта Ум Вишну Пада Аштутара Шата Шри Рупануга Ачари Варья Шри Лупакцитанта Нараяна Госвами Махараджа. Затем я предлагаю мои поклоны тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего Парамгуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парама. Также я предлагаю мои поклоны всем Махараджам и всем собравшимся сегодня Вайшнавам и Вайшнавам. Итак, по беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги вы приехали на фестиваль. Многие из вас приехали издалека. Многие понесли большие расходы и претерпели много трудностей, чтобы приехать сюда.
Вам не следует уезжать с пустыми руками. Попробуйте получить что-то. То, что изменит вашу жизнь навсегда. Попробуйте слушать. Очень внимательно. Если человек практикует бхакти и имеет общение высокого класса в Анугате под руководством продвинутых вайшнавов, тогда должны быть результаты, симптомы. Васудеве Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитаха Джаняти Асю Вайрагьям Пьянам Чая Дхойтука. Когда человек с любовью служит Шри Кришне, Ахойтуки, не преследуя никаких целей, without any worldly cause, мирских целей, then, тогда таттва-гьяна, реализация, of the difference between понимание разницы между matter and spirit, материей и духом, of the self, the soul, понимание того, чем является душа, and the mind-body complex, и как работает комплекс ум и тело, гьяна, трансцендентное знание, вайрагья, а также вайрагья, отречение, detachment, непривязанность к the objects of the senses, объектам восприятия detachment чувств, from Bhogavritti, непривязанность к Бхогавритти, the enjoying tendency, отсутствие тенденции наслаждаться. So all of these things, все эти вещи they should come должны by появиться вследствие практики бхакти. In Bhagavad Gita, в Бхагавад-гите Арджуна спросил Шри Кришну: «Стита прагьясья ка бхаша самадистасья кешава стита дир ким прабхасита ким асита прадета ким». Арджуна сказал: «О Кришна, what are the symptoms of a person, каковы симптомы человека, который пребывает в самадхи?» Штита-прагья, whose consciousness is чье сознание fixed, зафиксировано in transcendence, на трансцендентном. What are his symptoms? Каковы его симптомы? Стхитадхихим прабхасета. Как говорит такой человек? Кимасита. Кимасита. Как он сидит? Праджетаким. Праджетаким. И как он ходит? Это не значит, сидит ли он в позе лотоса или на стуле. Это означает, what is his situation? Каково его положение, he's когда not engaged with the outer world? Он не вовлечен в действия внешнего мира? And how does he walk? И как он ходит? Doesn't mean, это не означает, does he walk with a limp, or with a walk? Хромает ли он или ходит с палочкой? Means, how does he это означает, как он двигается, когда он взаимодействует с внешним миром. So, Шри Кришна ответил на эти три вопроса. Праджати ядакаман сарабан пхата маноратан атманайвендрия атманатушта тасья прагья пратиштита. Праджати ядакаман, that person has, этот человек оставил, given up all desires. Все свои желания. Почему?
потому что Сарван Партха Манога там. У них абсолютно нет никакой связи. Все мирские желания не имеют связи с Атмой, душой. Сарван Партха Манога там. Все желания приходят из-за тонкой оболочки материального ума. Ум может быть спокойным. Или он может быть очень беспокойным. Таким образом, когда ум зафиксирован, он называется ститапрагья. Автоматически возникает реализация. Таттва-гьяна начинает проявляться. И если ум беспокоен, непокорный, modifying so many chitta vrittis. Так много читта вритти. Тогда это проявляется в форме привязанности, желаний, мирских амбиций. В этом разница. Бхагавад Гите Шри Кришна сказал: самадвам йога учаты. Йога означает самадвам равновесие. So we should try to мы должны стараться увидеть, в результате практики бхакти, появляется ли у нас такое состояние стабильного, спокойного сознания или нет. Шрила Бхактивинод Такур сказал: Гурудев Боро Крипа Кори, Гаудавана Маджи. О, Гурудев, ты так милостиво дал мне остаться здесь и воспевать святое имя Господа в Годруме. Но когда же моя читта успокоится? Когда мое сердце будет спокойно и умиротворено, чтобы я мог воспевать святые имена и что-то осознать? Атманеев атманатушта. Когда сознание стабильно, атманеев атманатушта, душа удовлетворена сама по себе. Тогда вам не нужно ничего. В этом мире все гоняются за вещами, которые они думают, что им нужны, потому что они не удовлетворены. А почему они не удовлетворены? Потому что они аститапрагья. Их сознание нестабильно. Они находятся в беспокойстве. У них беспокойный ум. Тогда Шри Кришна говорит: тот человек, который находится в самадхи, который ститапрагья, дукхешвану двигнамана, когда есть сложности, когда появляются проблемы и состояние страдания, они совсем не беспокоятся. Сукхешу вигатасприха. И когда они достигают какого-то мирского успеха или счастья, они не празднуют. Они не приходят от этого в восторг. Вы можете положить руку на сердце и подумать. Если бы кто-то вам сообщил, что вы выиграли в лотерею 10 миллионов долларов, как бы вы чувствовали себя тогда? Были бы вы ститапрагья? Если бы вам сообщили, все члены вашей семьи умерли в авиакатастрофе, тогда? Были бы вы ститапрагья? Поразмышляйте над словами Шри Кришны очень внимательно. Тот человек,
который свободен от привязанности, free from fear, свободен от страхов, and who never becomes angry, и который никогда не сердится in any situation, в любой ситуации. Then he is called Его называют Стита Прагья. So in two verses, в двух стихах Шри Кришна объяснил Арджуне симптомы. Now he'll explain, а сейчас он объяснит, how does he sit and how does he, как он сидит, sorry, how does he speak? Точнее, как он говорит. Yaha savatra vishnehas tattaprapya shubha shubham na abhinandati na dvesti tasya pragya pratisthita. Когда человек достигает шубха или ашубха, чего-то благоприятного или чего-то неблагоприятного, тогда сарватра анабишнеха, на него это никак не действует. In the commentary, Srila Prabhupada, he says that в своем комментарии Шрила Прабхупада говорит, в этом мире всегда что-то происходит. There's always some всегда event going on. Какие-то события, какое-то смятение. Это материальный мир. Heaven is above. Небеса над нами. Hell is below. Ад под нами. А земля находится посредине, на полпути в ад. So there's always lots of. Поэтому всегда здесь какие-то происходят события. But the symptom of one who's. Но симптомы того, кто Стита Прагья, то, что на него это никак не влияет. Совсем. Может быть, это Первая мировая война, Вторая мировая война, Третья мировая, пандемия, Великая депрессия, все что угодно. На него это совсем не влияет. Совсем никакого эффекта. Это не новости. News is that what Krishna is doing today. Новости — это то, чем занимается сейчас Кришна. What is happening here? Что происходит здесь? This is only like bubbles in the ocean. Это всего лишь как пузырьки на поверхности океана. One big non-event. Это не важные события. So who is in samadhi, stita prajna? Поэтому тот, кто в самадхи является стита прагья, они этим не поглощены. Они поглощены только Шри Кришной. Этот стих описывает, как человек говорит. Кришна говорит: наби надати надвести. Когда что-то случается в этом мире, он не радуется этому. О, это так здорово. The achievement. Это какое-то достижение. And he is not against it. Надвести. И он также не против so without praising or blaming. Он не хвалит это и не винит. That person is tasya prajna. Этот человек является тасья прагна пратиштхита. Now. Теперь. How does he sit? Как же он сидит? Yada samharte chayam kurmangari vasavasha indriyat indriyatebhyas tasya prajna pratishthita. Just like совсем как черепаха can take his arms, может втянуть все his свои legs, ноги, голову внутрь панциря. So in the same way, таким же образом, prakya, тот, кто находится в состоянии стита прагья, когда воспевает святые имена, он does pratyahara automatically. Делает пратьяхару автоматически. Не благодаря йоге, а благодаря любви к Шри Кришне. И становится полностью авейш, погружен в памятование имени, формы, качеств и лил Кришны. Индриат, индриатебьяс. Индрия, ниндриянхидя. Это означает, что его чувства отделены от объекта. Он прагья пратиштхита. В самадхи. Тогда, как же такой человек ходит? Как он взаимодействует с внешним миром? Шри Кришна сказал, Нира Харасадхина Расваджам Расупьяса Прандриства Невартате.
For an ordinary person, когда обычный человек удерживает себя от удовлетворения чувств, if they stop drinking coffee, если они перестанут пить кофе, smoking, курить, or whatever they do, или что они там еще делали, desperate. Они будут в отчаянии. Because потому что, когда они отделяют свои чувства от объекта, внутри они все-таки думают про эти объекты наслаждения. Но человек, который достиг самадхи, прагья пратиштхика, у него нет никакого желания. Он передвигается по этому миру, но у него совсем нет желания наслаждаться объектами чувственного восприятия. Вишай. Виш. Sense objects are виш, poison. Объекты восприятия являются ядом. Виш. But he has no attraction. У него нет тяги к этим объектам. Почему? Парамдриштвани Бхагаватин. Потому что у него чистая читта. We have just sung this song. Мы только что пели этот баджан. Ninja Balabhajan Surit Sanatana Chita Vihara Davata Jaya Jaya Sundara Nanakuma Sanatana Goswami Sanatana Goswami is very, very dear. Очень дорог. To the beautiful прекрасному Сундара Нанда Кумару, прекрасному сыну Нанда Махараджа, Читта Бихари Авадару. И когда Санатана Госвами воспевает святые имена, то Шри Кришна приходит и играет на его чистой читте. Это называется Парамдриштвани Вардхате. Благодаря возможности видеть Анубхути, осознанию of the eternal, трансцендентного мира, человек больше не привлекается этим темным и опасным материальным существованием. Итак, каждый должен поразмышлять об этих вещах очень внимательно. Не думайте, что вы будете таким же, как сейчас. When you realize Krishna, you will be. И когда вы осознаете Кришну, вы будете таким же, как сейчас. Везде ходить, все разглядывать, и вы также осознаете Кришну. Это так не случится. Нет. Должно быть полная трансформация сознания, которая последует в результате слушания и служение Шри Гуру и Вайшнавам. Тадвигьянатам сагурум ива вигачет самитпани сротирам брахмаништам. If one wants to attain, если кто-то хочет достичь вигьяны, realization, осознание, then реализации, сагуру маева бигачет. Очень важно прийти к Шри Гуру. How? Самитпани. Как? Самитпани, means, с дровами в руках, это означает, в ведические времена гуру выполнял огненные жертвоприношения, и ученик должен был предоставить ему все, что ему нужно для проведения этих яги. Для этого нужны были дрова. Сейчас нашей жертвой является Харинама Санкиртана, поэтому вам нужно приходить к Шри Гуру с мриданкой и караталами. Итак, самит пани шротриям брама ништам. Шротриям брама ништам – это прилагательные, описывающие гуру. Шротриям означает, что Шри Гуру слышал в истинном значении этого слова. Сутекшита-пад. One who has heard Shabda тот, Brahma, кто слышал Шабда Брама, трансцендентный звук, видел Шри Кришну. So, итак, Шротриям означает, что гуру должен был осознать Шри Кришну.
Брахмаништхам. Брахма ништхам зафиксирован на Брахме. Здесь ништха означает преданность. А Брахма в конце концов означает Шри Кришна во Вриндаване. Если кто-то услышит Харикатху из уст такого Татвавид, Раджарасик, Рупануга Гуру, тогда, и он служит, то его сознание трансформируется, и постепенно реализация придет. В нашем обусловленном состоянии мы полностью запутались, у нас неверные представления. По поводу чего? Всего, абсолютно. Фактически, в обусловленном состоянии не существует ничего, по поводу чего у нас было бы правильное представление. Но джива, обусловленная душа, не может понять этого. Что же говорить об осознании Бога? Она даже не может понять природу этого мира или свою жизнь. Потому что у души есть четыре дефекта, недостатки. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами Пад говорит, что обусловленная душа имеет Брам, Прамада, Випралипса и Карнападов, четыре недостатка. Брам означает, то, что он пребывает в иллюзии. In two respects especially. В особенности в отношении двух вещей. In respect to в отношении своей собственной природы, his atma. Его души, атма. But he's misidentifying with the body and mind. Но он неправильно отождествляет себя со своим телом и умом. He has Brahm in а также у него есть Брахм в отношении этого мира. What is this world? Чем является этот мир? How we are seeing it? Как мы его видим? The pure Vaishnava sees it? И как чистые вайшнавы его видят? Это очень сильно отличается. Атмани ведана чья паде кори хайну парамасуки дукха дурхе гало чинтана рохило чарике ананда дехи. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал: «О мой Господь Шри Кришна, с тех пор, как я отдал Тебе свое сердце и полностью Тебе предался, я пребываю в великой радости. Все мои страдания ушли. Чаудики Ананда, куда бы я ни посмотрел, во всех четырех направлениях, я вижу только радость». Посмотрите сейчас вокруг. Во всех четырех направлениях. Вы видите только радость. Итак, в этом-то и есть проблема. Вы видите настоящую реальность? Или Шрила Бхактивинода Тхакур находится в иллюзии? Или Шрила Бхактивинода Тхакур видит реальность? И то, что нельзя описать словами. Что-то абсолютно невероятное. То, что находится за пределами окна Вертона. То, о чем даже неприлично говорить. То, что, вероятно, я не являюсь совершенным. То, как мы видим себя и каким мы видим мир, является в корне неправильным. И нам нужно будет рассмотреть это шастра-шакшу через святые писания. Нам нужно будет принять точку зрения священных писаний и отказаться
от нашего невежественного восприятия. So, Брамада означает тенденцию совершать ошибки в связи с невозможностью полностью сконцентрироваться. Когда ум беспокоен, мы не можем понять. Then, тогда... Извините. Брамада, совершение ошибок, может быть следствием невнимательности. Это также можно выразить как видеть вещи в очень узком контексте и неспособность видеть целую картину. Таким образом мы совершаем ошибки, когда что-то видим в узком контексте, но не видим всей картины, и мы выносим суждение, основываясь на этом. Это называется брамада. Совершать ошибки вследствие невнимательности. Затем випралипса означает обманчивое восприятие. Когда мы попадаем в ситуацию, когда мы анализируем все, что находится в нашем поле зрения, носим об этом суждение, говорим об этом и пытаемся манипулировать, чтобы получить то, что мы считаем в наших интересах. Все интерпретируется через призму наших собственных интересов. И из-за этого нам больше интересна не правда, а наша выгода. У нас появляется тенденция интерпретировать, фильтровать, судить обо всем и искажать информацию в соответствии с тем, что мы хотим получить. И через призму этого восприятия мы разговариваем с другими. Это называется випралипса. Bias of the living entity. Один из дефектов живого существа. And by which he cheats, и это вводит в заблуждение других. Then, затем Каранапатава. Каранапатава – это просто механическая неспособность органов чувств верно воспринимать действительность. Органы чувств имеют свой диапазон восприятия, но он очень ограничен. В связи с этим мы не можем видеть какие-то очень маленькие объекты или объекты слишком большие, и мы не можем понять, что стоит за всем этим. Что скрывается за вещами, которые нас окружают? Живое существо имеет эти четыре дефекта. Мы ничего не понимаем. Мы постоянно находимся в заблуждении. Итак, сегодня я хотел бы обсудить Брам. В отношении, мы уже поговорили о двух типах, в отношении своей собственной природы и природы этого мира. Сегодня мы поговорим про Брам в отношении себя, кем я являюсь. Шрила Джива Госвами Пад при описании природы души приводит свидетельство из Падма Пурана, и особенно один комментарий к стиху из Падма Пурана, написанный Джаматри Риши. Джаматри Риши – это мудрец из Шри Сампрадаи, Рамануджа Сампрадаи. В своем комментарии Джаматри Риши говорит: «Гьяна матратмако нача Свазмай свайм пакашаха, шарейка рупа сурупавак, чайтано вьяктишиласча, тирананда-матастата, ахам арта партикшетрам, бинно ньо нитта нирмала». And then this is the verse. И это стих, который мы сегодня будем разбирать, вы можете его понять. В своем объяснении первое,
что говорит Джаматри Муни, в том, что Атма не является Джад. Джад означает инертность, лишенное восприятия, лишенное сознания. Чему же он говорит, что Атма не является Джад? Ведь многие философы считают, что душа не имеет сознания. В первую очередь, в школе Ньяй, школе логики Гаутама Риши. Он сказал, что Атма является вечной, но она не имеет сознания. Только когда Атма связана с умом, тогда появляется сознание. Таким образом, в освобожденном состоянии, когда Атма уже не связана с умом, она становится Джад, но, по крайней мере, здесь нет страданий. Поэтому, когда Махапрабху был молодым и изучал Писание, он подошел к Гададхар Пандиту и спросил, какое определение мукти, освобождения. Гададхар Пандит сказал, атьянтика дукхи нитти, полное прекращение страданий. Это в соответствии со школой логики Ньяй. Анимай Пандит сказал, нет. Этого недостаточно. Это значит достичь лотосных стоп Всевышнего. Это означает отбросить все внешнее. Пребывать в своей сварупе, в своей форме. Логики утверждают, что атма по своей природе является джад. Но когда она контактирует с материей, тогда сознание появляется в уме. Следующая философская школа в Индии называется вайшешика. Ее последователи утверждают, что душа не может пребывать в сознании. Почему? Потому что душа всепроникающая. Атма is everywhere. Она пребывает везде. Если бы Атма была всепроникающей, а мы при этом и пребывали в сознании, то мы были бы все верующими. Потому что если вы находитесь в сознании и пребываете везде, вы бы были все верующими. И то, что мы не все верующие, доказывает, что душа не имеет сознания. Нет, это доказывает то, что мы не являемся всепроникающими. Поэтому мы не можем принять заключение школы Вайшешика. Мундака Упанишаде говорит, ясмин прана панчада самвивеша пранайститам сарагамутам пратханам тасмин вишуддей вибабаттеш атма. Что Эйшонур атма, это атма Анур, подобно атма, очень-очень невероятно маленькая. Она аканда, неделимая. В ведической культуре это означает, что у нее нет частей. Простая, не может быть разделена. Атма, душа. Это имеет очень большое значение. Почему? Сейчас говорим про вас. Не думайте, он говорит про какого-то Гаутама, который жил в Индии тысячи лет назад. Нет, пробуйте понять. Я сейчас говорю про вас. Как? Но я же из Франции. Как вы можете говорить про меня? Try to understand. Пробуйте понять. Эшонур атма. I am. Я душа. Подобная атома. Неделимая, вечная, трансцендентная, очень крошечная. And I can know myself. Я могу познать себя, если моя читта, мое сознание, которое переплетено с праной. Сутра, нити праны переплетены с моей читой, и они растягиваются, сжимаются,
идут вверх вниз, вызывая все типы читтавритти. Но если бы все эти движения можно было прекратить, тогда вибхава-тейдж-атма, тогда вся слава души, как вечной, духовной, неделимой, неотъемлемой частички Верховного Господа, могла бы проявиться. Итак, первое учение относительно души состоит в том, что душа не джан, не инертна, не всепроникающая, но крошечная и сознательная. Адвайтавади, имперсоналисты, утверждают, что атма является гьян-матра, что это просто осознанность. Гьяматри-риши говорит, на джадо душа не инертна, на викари не претерпевает никаких трансформаций. И она также не является гьяна-матрой. Что это означает? Гьян-матра означает самоосознание, свободное от осознавания любых объектов. Когда существует субъективное осознавание себя, но отсутствует осознавание каких-либо объектов. И это осознавание, это сознание не имеет содержания. Это состояние адвайтавади. Они имперсоналисты и хотят попасть в состояние гьян-матры. Когда нет объекта, есть осознание и нет содержания. Мы должны знать, что слово «гьяна» имеет три значения. Одно значение слова «гьяна» — это самоосознание, безобъектное. Второе значение слова «гьяна» — это содержание, то, что осознается. И третье значение слова «гьяна» — основание сознания. Другими словами, та субстанция, в которой гьяна или осознание существует, которая сама по себе сознательна, и сознание является одним из его атрибутов. Например, Сута Госвами Пад сказал, Шри Кришна, Сваям Бхагаван Шри Кришна, является Адвая Гьян Таттва. Кришна не дуален. Он является Гьяной. Итак, Кришна — это само знание. Здесь слово Гьяна используется в третьем значении. Той субстанции, из которой состоит сознание, которая является сознательным существом, и для которой характерно сознание. Это вастава васту, физическая субстанция. И эта субстанция сознательная обладает сознанием, которое также простирается за его формой. Итак, это три значения слова «гьяна». Итак, когда имперсоналисты изучают священные писания, они берут только первое значение. Когда они встречают слово «гьяна», оно для них означает тип самоосознания без каких-либо объектов и без содержания. Это называется гьян-матра. Итак, Джаматри-риши говорит, что душа не является гьян-матра. Доказательство этому приводится в Шримад-Бхагаватам, в песне 11, 3 главе, в 38 стихе. Там говорится, Вьябичаринам хи сарватта сасвад анапай упалабди матрам прано ятендрия балена викалпитам сат. The meaning is that это означает, что душа никогда не рождалась, and the soul never die. И душа никогда не умирает.
она не растет, и она не приходит в упадок. Упалабхи-матрам. Здесь упалабхи-матрам означает гьян-матра. Он является осознанием. Но здесь савинавит. Это означает, что он осознает temporal changes. Изменения во времени. Другими словами, гьяна, осознанность является не только субстанцией гьяны, но существует гьян-бритти, качество осознания, основой для которого является И эта сила осознания, гьяна-бритти, простирается за его пределы. И он осознает другие вещи. Это очень важно знать. Так же, как магнит, магнит находится в одном месте, а его бритти растирается и может передвигать. И если там есть металлическая стружка, магнит остается тем же самым. Но благодаря тому, что его сила выходит за его пределы, он передвигает металлическую стружку. Таким же образом наша атма располагается в сердце, но ее гьяна-бритти простирается в читту, сознание, будхи и в манас. И благодаря тому, что гьян-бритти выходит за пределы души, ум, интеллект, читта, все кажутся сознательными. Кажется, что они все осознают, не спят. Итак, в целом мы не осознаем, кем мы являемся. Но мы осознаем, как гьяна-вритти нашей души охватывает наше тонкое тело. И что происходит там, в тонком теле? Мы думаем, это я. Понимаете? В философии Санхья одним из основных утверждений Санхьи является то, что душа сознательна. Но душа не имеет конфликта. Душа не делатель. Только когда душа вступает в контакт с материей, материя совершает действие. Но душа не является агентом, делателем. Это все неверные концепции. И мы сегодня изучаем этот стих. Душа не является бессознательной, она сознательна, но она осознает себя и другие объекты, также является субстанцией, характеристикой которого является сознание, осознанность. Душа является агентом, делателем. Мы инициируем действия. Сейчас мы затронем это немножко глубже, а после этого рассмотрим катритту. Сейчас я хочу больше дать подробностей относительно ятритва. Итак, Джаятри Риши говорит. Свазмай свайам пракаша. The soul is called свасмай. Душа названа свасмай, своям пракаш. Своям пракаш означает светящаяся сама по себе. Как свеча. Когда свеча горит, то эта свеча освещает себя. Потому что вы можете видеть свечу. Но свеча также освещает стол и разные объекты в комнате. Это называется своям пракаш, светящийся сам по себе. Он освещает себя и освещает другие объекты. Но свеча не осознает себя. И она даже не осознает объекты, которые она освещает. Таким образом, свеча освещает себя и другие объекты, но сама свеча не осознает себя и не осознает те столы, стулья, которые она показывает вам. Таким образом, свеча является только своим прокатом. Она не является свасмай. Но душа является свасмай своим прокатом. Это означает, что душа
открывается другим, тем, у кого есть духовное зрение. Душа также освещает другие вещи. Например, благодаря своим ян-риди, своей силе, освещает наш материальный мир. А свасмай говорит о том, что душа может осознать себя. Таким образом, атма называется свасмай свайам пракаш. Далее, Джаматри Риши говорит: Chaitano vyaptishilascha chidanandatmakastata. The soul is also Душа также является чиранандатмака. So чиранандатмака. Чирамандатмака. The soul is Душа является анандатмака. Анандатмака. Преисполненной радости. If you are not happy, если вы несчастны, это значит, что вы потеряли себя, потому что вы по своей природе полны радости. В Брихадараньяка Упанишаде описана очень красивая история. Однажды жил великий мудрец, которого звали Ягьявалка. У него было две жены, Майтреи и Катрияни. И однажды в своей жизни он подумал: теперь мне пора уже закончить мою жизнь в Брихастхе и отправиться в лес, принять отречение. Но прежде чем я уйду, все, что я имею, я должен разделить между моими двумя женами. И он думал, что отдать этой жене и что отдать той жене. Тогда его жена Майтреи, он пришел к Майтреи и сказал: я ухожу в лес, и я хочу разделить вещи между тобой и Катрияни. Майтреи сказала: о, мой господин, с вами, если у меня будут все богатства Вселенной, смогу ли тогда я стать бессмертной? Ягьявалка сказал: если у тебя есть все богатства Вселенной, тогда ты узнаешь, каково это жить жизнью богатого человека. Но ты никаким образом не можешь купить бессмертие. Тогда Майтрея сказала: какой же тогда толк во всех этих мирских вещах? Попробуйте увидеть картину вашей жизни. What is the use of any worldly thing? Какой толк от мирских вещей, если, в конце концов, нам придется умереть? Снова и снова проходить эту цепь рождения и смерти. И так она сказала Ягьявалка Риши: мой дорогой муж, что ты знаешь о бессмертии? Пожалуйста, расскажи мне про это. Дай мне наставление по этому поводу. Ягьявалка дал ей много наставлений. Но суть его наставления в следующем. Муж не является ценным, дорогим сам по себе, но муж дорог из-за его души. Он сказал, это очень важно, не ради чего-то какая-то вещь может быть дорога вам, но все является дорогим для нас из-за атмы. Он дал ей такие инструкции, и она была посвящена, и он ушел в лес. Что это означает? Если вы кого-то любите, или вы любите что-то, почему? Потому что это происходит, потому что этот человек находится в поле восприятия вашего тела.
Если бы ваше тело не было в этом месте, то у вас не было бы никаких отношений с этим объектом или человеком. На самом деле, основанием для нашей привязанности к другим вещам это наше тело. Вот что мы любим. Это то, что нам наиболее дорого. Но это тело дорого нам только по той причине, что в нем находится душа. Если душа покидает тело, то тело вам больше не будет дорого. Вы родитесь где-то в другом месте, а это тело сгниет, оно будет далеко. Или же, если кто-то дорог вам, этот человек умрет, его тело сгорит. Таким образом, все наши привязанности, которые у нас есть, они связаны с присутствием души. Мы можем сказать, что атма не гьян-матра, не только осознанность, потому что у нее есть такие качества, как то, что душа является агентом, боктитва, способность наслаждаться. Она также называется према-аспада. Душа является объектом любви. Это семя любви. Какую бы привязанность или любовь ни имели, на это есть одна причина. И это источником всех привязанностей является только атма. Вот здесь очень важное утверждение из Брихат Араньяка Упанишады. Сукамахам авапсам means I slept very happy. Это означает, я спал очень счастливо. Накинчита вейдишам. I didn't know anything. И я ничего не знал. Вам нужно это выучить. Вы знаете, если вы устали, заснули, и вы видите сон, кто-то вас будет, вы не будете чувствовать себя отдохнувшим. Вы можете даже сойти с ума, если у вас будет глубокого сна. В состоянии глубокого сна интеллект и даже эго, они растворяются, они не действуют. В это время, в глубоком сне, вы осознаете, но вы не осознаете никакого эго, нет никаких объектов. Эти слова Брихат Араньяка Упанишады очень важны. Сукамахам асапсам накинчит авейдишам. Потому что они доказывают, что душа, атма, ахамата, это и есть значение слова «я». Everyone speaks I, I Все this, говорят I, I «я», «я то», «я это». Но что значит это слово «я»? Подумайте об этом. Каково его значение? Артха, значение «ахам», «ахамартха» — «атма», «душа». И это доказывается тем феноменом, что мы считаем, что мы очень счастливы и хорошо отдохнули, когда мы ничего не помним. Это происходит по следующей причине. Это доказывает, что наше эго связано с нашим телом. Оно не вечно. Потому что когда вы в глубоком сне, то эго, которое функционирует в вашей обычной жизни, растворяется. Это во-первых. То, как мы обычно воспринимаем нашу личность, эго не является вечным, потому что каждую ночь, когда мы глубоко засыпаем, оно растворяется. Есть еще вторая вещь, которая доказывает это, и она тоже очень важна. Когда материальное эго растворяется,
есть другое «я», за материальным «я», есть другое «я». Итак, когда это «я» растворяется, другое «я» все еще свидетельствует, фиксирует состояние глубокого сна. Иначе вы не могли бы проснуться и сказать: «О, я спал так хорошо, и я ничего не помню». Потому что тогда не было бы «я», которое бы это запомнило. Имперсоналисты, майявади, считают, что когда вы освобождаетесь от материального эго, то за ним сарвам калидамбам существует только свет Брахмана. So that Brahman has no, и в этом Брахмане нет восприятия «я». So if the soul, итак, if were not, если бы мы не были индивидуальными, вечными душами, которые сознательны, которые являются семенем восприятия «я», тогда, когда вы засыпали бы глубоко и просыпались, то не было бы кому помнить что-то. Сукамахам асопсам накинчит авейдисам. Во-первых, это доказывает, что ваше эго не является вечным. Вы можете жить без него. Вы не перестанете существовать, если оставите материальное эго. И во-вторых, это доказывает, что душа индивидуальна, и у нее есть чувство «я». Теперь, следующая очень важная вещь, если душа бы не имела «ахам», ощущение себя, то она не могла бы идентифицироваться с материальным эго. Давайте представим, что за пределами материального эго есть только Брахман. Каким образом этот Брахман будет идентифицировать себя с материальным эго? Это невозможно. Поэтому душа, атма, должна иметь чувство «я». И это ощущение себя проецируется посредством гьяна в читту. И затем тамастичная темная часть читты, та, которая обращена многими-многими самскарами и впечатлениями, эта часть является аханкарой. И восприятие души себя как «я» посредством гьяна-вритти проецируется на эту затемненную часть читты, которая является нашим материальным эго, аханкарой. Понимаете? Итак, if you don't go into deep sleep, если вы не будете погружаться в глубокий сон, то вы никогда не будете чувствовать себя освеженным. Давайте представим, что ваша жизнь ужасна, и все в ней идет не так. Но если вы просто заснете, то вы проснетесь и будете чувствовать себя освеженным. Почему? Потому что в этом состоянии глубокого сна материальное эго было растворено, и вы почувствовали маленькую частичку души. Поэтому мы чувствуем себя освежившимся, потому что мы почувствовали крошечную часть ананды, нашей атмы. Думаю, если люди находятся в глубокой депрессии, у них в жизни все плохо, то, наверное, они захотят поспать еще, чтобы получить еще больше ананды от нашей атмы. Таким образом, все, что нам дорого, и все, что дает нам счастье, все это происходит только благодаря присутствию души. По этой же причине люди так привязаны к сексуальной жизни. Они думают, что это ананда в сексуальной жизни. Но нет. Когда прана выходит из равновесия, в сексуальной жизни прана выходит очень сильно из равновесия, очень большие колебания. И потом наступает момент, когда Пракрити делает так, что эго становится неактивным, ненадолго. И люди думают, что они в процессе своей сексуальной жизни получают ананду. Но эта ананда была не анандой, полученной от сексуальной жизни. Это была ананда нашей атмы. Таким образом, это подтверждает то, что сказал Валкья Риши. То, что вам дорого, дорого вам
из-за души Атмы. Ваша семья вам дорога, ваш муж, жена дороги вам, секс вам дорог, ваше тело вам дорого, все что угодно. Настоящей причиной, почему это вам дорого, является Ананда. Прокрити так все усвоила, что люди получают маленькую частичку Ананды в процессе сексуальной жизни по той причине, чтобы происходило продолжение рода. Слово procreation, продолжение рода, происходит от слова прокрити. То, что заставляет прокрити проявлять все живые существа этого мира. Прокрити так все устроено по той причине, что это очень тяжело, что это чрезвычайно тяжело поддерживать семью, растить детей. И никто не делал бы этого. Поэтому прокрити на некоторое время подавляет деятельность эго, чтобы позволить душе получить крошечную часть этой ананды только на мгновение. И в результате все проживают свою жизнь, как Праджапати, Дакша, оставляя после себя столько детей и пытаясь наслаждаться. Также Чанака Пандит Хамшастри сказал, что прокрити дает женщинам 8 раз больше ананды, чем мужчинам. Потому что им нужна компенсация за то, что они проходят через чрезвычайные трудности беременности или рождения. Иначе женщины бы не согласились иметь детей. Если прокрити, эта сила, которая отвечает за продолжение рода, не проявлялась бы таким образом. Это раскрывает наличие ощущения себя. И все вещи приносят нам радость. Нет, только ощущение себя приносит радость. Хотя Атма является Читанандатмакой, радость души и радость Бхагавана не одного качества. Ананда Шри Кришны – это Хладини Шакти, и она безгранична и кондиционна. А Ананда Атмы на самом деле не совсем является Анандой. Это называется духа прати-йоги. Это означает отсутствие страдания. Когда нет страдания, тогда мы чувствуем что-то вроде ананды. На самом деле это не ананда, но относительно материального мира кажется, что это счастье. Теперь следите внимательно. Я обладает сознанием и имеет гьяна-вритти, свою собственную силу, которая простирается за его пределы, как у магнита. И гьяна-вритти атмы достигает читты, тонкого тела. И душа закрепляет идентификацию себя в материальной аханкаре, в ложном эго. Вы понимаете? Душа делает это. Это действие, потому что у души есть кьятритва и картритва. Душа действует. Душа совершает действие. Действие помещения своего аханкары, ложного эго, концепции «кто я» в загрязненную читу, материальное эго. Поэтому важно этого не делать. Шрила Санатана Госвами Пад в своей Брихат Бхагаватамрите цитирует стих Йога Васиштхи. Апи пушпа вадаланад, апи нетрани миланад, сукарохан кати тяго, матастаттва вейдибихи. The meaning is this. Значение этого стиха следующее. Так же легко можно убрать ваши ощущения себя из аханкары и перенаправить в душу. Это даже легче, чем сорвать цветок. Цветок сорвать легко. И даже еще легче забрать ощущение себя из материального эго.
и поместить его в истинное Я. Так же легко, как закрыть глаза. Закройте глаза. Это очень легко, но теперь вы можете их открыть и не засыпать. Так же, как легко закрыть глаза, и даже еще легче убрать аханкару, ощущение себя из ложного эго и поместить его в ад. Так почему же мы этого не делаем? Это двуличие. Все наши великие ачарьи, в особенности наш Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, говорили, вайшнавизм – это простота. Не будьте двуличными. Не вовлекайтесь в обман. Особенно самообман. Это также десятое оскорбление святого имени. Суттапи нама махатме я прити рахитау дама ахам мамади парамо намни сопья парадакрит. After hearing these instructions, услышав эти наставления from the lips of Sri Guru, из уст Шри Гуру about the nature of Atma, о природе души и услышав о славе святого имени, те, кто не влюбил святое имя, те, кто все еще придерживаются своей концепции «я» и «моё», которая относится к телу и уму, совершают десятое оскорбление святого имя. Табу джани апаради тохете прачур Кришна нама бижа тахе накаре амкур. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Пад сказал, что когда мы воспеваем святые имена, тогда нам Прабху проявляет свою красивую форму. Ямшама Сундара Мачинти Гуна Сарупам. Прекрасную форму, с тремя изгибами, форму Шьяма Сундара. Он проявляет свои качества, своих спутников, свои милы. Потому что Кришна Нама, Нам — это семя. Когда мы воспеваем, семя прорастает. И появляется вопрос. Я воспеваю Харинаму, прорастает ли у меня росток из этого семени или нет? So, табу джани апарада тохите прачур. Если семя нам, святого имени, не прорастает в нашем сердце, то мы должны знать, что этот человек совершает очень много оскорблений. И сегодня мы как раз обсуждали десятое оскорбление святого имени. Намни сопья парадакрит. To keep удерживать by one's will. Своей волей, desire, своим желанием удерживать свое ощущение себя, аханкару, души, в материальном эго, в аханкаре, это действие, которое мы совершаем. И это оскорбление святого имени. Обычный человек не может этого не делать. Они настолько глубоко находятся в невежестве, и они не слышали. Но после того, как человек услышал это, Шри Гуру, и понял это, если человек не отделит ощущение себя от материального эго, это становится оскорблением святого имени, и поэтому семя святого имени не проявляется в красивую форму Кришны, его спутников, его лил. Сейчас время арати. Пожалуйста, попробуйте понять эту тему очень глубоко. Исследовать, как описали наши ачарьи, инструкции, как избежать оскорблений святого имени. Сегодня мы немножечко рассмотрели тему первого недостатка обусловленной души. Не обе вещи, а только первое. Неверное понимание своей собственной природы. Пожалуйста, поразмышляйте об этих вещах очень глубоко.
и пересмотрите свою жизнь. Перестаньте следовать тем путем, которым вы следовали так много жизней. Услышав это, встаньте на путь, настоящий путь, которым следовали наши ачарьи, не имитируя их. Просто носить тилаку и туласималу недостаточно. Мы действительно должны следовать их учениям, внешне и внутренне, насколько это возможно для нас.